Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будут светильники из коллекции Malmo от производителя Новодворский. Это коллекция настенных подсветок. Подсветок именно для внутреннего использования, то есть в помещении. Предлагаются они черного или белого цвета. Я взял с собой обе модели. Они полностью из металла. Покрытие у них матовое. Размеры 30 сантиметров на 5,5, от стены отступают они на 10 сантиметров. Светильники на 2 лампы, патроны здесь GU10 из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50. Я эту модель подключил. Включенным выглядит он вот так. То есть это два луча света, вверх и вниз, которые стелятся по стене, подсвечивая ее. Бывают подобные модели, у которых лампочка находится на этом крайнем уровне, то есть она будет в одну линию с верхней или нижней частью. И тогда луч света на стене получается такой размытый, без четких контуров. А здесь лампа посажена довольно низко, и за счет этого контуры луча на стене очень хорошо видны. Еще раз вам покажу. То есть они вот такие довольно четкие. Крепится светильник плотно к стене. Есть такая монтажная часть. Передняя панель, вот эта черного цвета в данном случае, она получается просто навешивается. То есть для того, чтобы ее снять, особых усилий не нужно. Размер этой монтажной части 183 мм на 49. То есть установили сначала на стену эту часть. В ней с двух сторон есть такие прорезы. А здесь металлические шпильки. То есть шпильками попадаем в прорезы. Таким образом. И навешиваем эту лицевую панель. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.